Участок номер 735, село Ливенка Красногвардейского района. Выездная комиссия отправляется к тем, кто пожелал голосовать дома. Сейчас собрано 34 заявки, но на один адрес наверняка отправляются с особым трепетом. Проголосует старейшая жительница Красногвардейского района. Ульяне Мефодьевне 105 лет, 4 детей, 1 дочка умерла в военные годы, 7 внуков, 14 правнуков и 5 праправнуков. На всех всегда находила время. Мама заботливая, трудолюбивая, она мне очень много помогала. Она и с внуками смотрела, и с правнуков, и правнуков она смотрела, ну, когда она бодрее была. Ну, она вот не на ходу где-то так ножками не ходит, 3 года. Давайте, сейчас пока она там будет. А это уже село Засосны Красногвардейского района. В этом доме живет участник Великой Отечественной Виноградов Иван Данилович. Ему 95 лет, и он тоже проголосует. Раньше всегда ходил на выборы сам. Сейчас сказывается возраст. Я вон до того столба дойду. О, далеко. Там чуть дальше. И назад сюда. На фронте мы бегали. А потому в последние годы выборы Ивана Даниловича с доставкой на дом. На выборы надо ходить, надо участвовать? Обязательно надо. Почему? Надо. Ну вот смотрите, надо так, чтобы люди знали, кого выбирают. Чтобы люди знали. Какое будущее вот вы пожелаете внукам своим, правнукам? Хорошей жизни. Всего в Красногвардейском районе 4330 человек старше 70 лет. Голосуют они в основном на дому. И это самые добросовестные избиратели. Всегда приглашают к себе выездные комиссии. Умудренные опытом, они как никто знают о важности выборов всех уровней. Ведь это будущее их детей и внуков. Татьяна Кулькова, Александр Квитко. «Такой день» на Мире Белогорья.